Вот такие трамваи у них. Такие у них трамваи. Так, ну хорошо. Отбой. Фух, поднялись на такую горку. Не слабую, здесь вот дорожка. И такой вид. Вот так вот. Радик, чтобы посмотреть. Иду, Макс. Иду. Ага, я вижу, да. Вот там в том углу самый, наверное, класс. Ну идем, идем. Так. Продолжим. Так, дальше куда? На панораму сюда? Валяется бесхозно. Не в терминала, нет платежного. Кафешечка такая. Там еще одна. Темный переходит. Съем. Так, ребятки, сейчас мы вот такое вот красивое здание. Красивое здание. Ну так проведи экскурсию, что это такое? Ну, костел, да. Католический. Угу. Да, у католиков. У нас тоже в Киеве их не есть такой костел. Тоже очень такой красивый, необычный. Да, ну это, конечно, круто. Отбой. Да, тоже такой дворик красивый. Такой красивый дворик.
Вообще просто. О, вау, отсюда будет самый крутой вид вообще. Сейчас мы немножко отойдем, чтобы не грохнуться. Да, на этот храм, ну, на костел. Да, ночью еще красивее. Смотрите, ребята, просто телефоном это не передать. Это надо тут быть и видеть. Да, как они тогда это могли строить? Вообще красота. Очень круто. Да, вон вход, там, скорее всего, вот можно зайти вот в те двери и сделать экскурсию. Сейчас покажу. Так, ребятки, а это мы зашли в середину. В середину этого костела. Представьте себе. Высота потолков 40 метров. 38 или что-то такое. 38 метров, это как наш дом девятиэтажный. Вообще круто, круто, очень круто. Это вообще телефон это не передает, да, камера. Это нам благодарность, что мы вчера не смогли попасть в церковь и посмотреть.
Какая красота здесь. Под мостом мы. Бросил? Где ребята? Романтика держит. А ты что? А ты что? Мария. Итальяну. Лисия. Лю Джованни. Браво. А Лю Марио. Марио, Италия 1, да? Капитан корабля. Да. Пойдем. Папай. Ну, что-то видно, что-то нет. Ночная Прага. Меньше пей пиво, бля, больше занимайся активно. Да, какие-то конфетки такие пей прикольные. Пей
Конфетки, да, мир конфетка, на, действительно, называется магазин «Музей шоколада». Музей шоколада. Ну, в нем много какао, да, наверное? То есть оно какой-то на шоколад не похоже. Это бельгийский. А, это какой-то... Угу. Шоколада. Ну и дальше оно туда продолжается, продолжается, продолжается. Такой большой магазин. Так, Макс, я тебя не сниму, но я... Опа! Зашли мы такой в папчик. За жаркое спроси там, сколько граммов. Знаете, что хотите, да? Спросить жаркое, хотите. Жаркое, да. А... Порция... Так, нормально, для меня маленькая. Маленькая для тебя. Макс, ну, в принципе, 165 гривен, даже если мы купим на каждого по порции, то будет нормально. Можно, тебе будет очень вкусная рублюшка. Рулька, рулька? Нет, рулька конечно. Ага. Рулька конечно. Много людей приходило. Угу. Валентайн. А я рекомендую рублюшку. А, ребро. Рублюшка. Пришли в барчик, заказали пиво ихнего тут какого-то местного. Бокал пива 40 гривен. На столе сразу орешки лежат, то есть вот. Я не знаю, надо за них платить, не надо. Вот, бублики висят. Я не знаю, это муляж или настоящие. А, не, наверное, они не настоящие. Ну, мы сейчас это узнаем. Ну, вот так вот. И такое нам меню принесли на русском языке. Вот. Окей. Привет всем с Праги. Вкусное, хорошее пиво. Продолжение следует. Так, принесли такой супчик. Блин, ну тарелка, мне тарелка понравилась. Я ее 10 секунд... Непонятно, что-то пишет сейчас. Так, ребятки, еще заказал такое блюдо. Ребрышки. Полкило ребрышек. 350 гривен получилось где-то на наши денежки. Вот такое вот блюдо. Стоп. Так их не видно. О. Ребро. А это свиное ребро или какое оно там? И соус. Все, отбой.